have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use... You can have more time to practice your putting with the Potty Putter, the amazing new toilet time golf game that lets you practice your putting on the potty. Your Potty Putter comes with its own putting green made of the same... The FBI is still gathering the facts about what happened in San Bernardino, but here's what we know. What you're seeing here is a mirage. What have I discovered about Bilderberg? The document. Let's go! You're not going anywhere without your big game liquid slam. Go long. This one's going downtown. Whoa! Yeah! Now I got a full team. Yeah! Yeah! Liquid slam! Liquid slam! Oh! Here we go. So, just as if I started crying, my eye is full of tears. In fact, I can put more water in. And so if you keep crying, you just end up with a bigger and bigger ball of water in your eye. Until eventually it crosses across your nose and gets into your other eye. Вот кто тот, кто говорит «Россия для русских», я, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Прислушаться к ощущениям и раствориться в абсолютном блаженстве. Так кто же сказал, что рай на земле невозможен? Баунти райской. Слушай. Знаете, мне так стыдно и неудобно об этом говорить, но все люди пукают только попой, а я еще и влагалище. Скажите, нормально ли это? Я прям даже не знаю, как сформулировать. Я пукаю не только попой, но и влагалищем. Я пукаю 10 раз в день или больше. Скажите, это нормально? Ну вот... Вопрос трагический. Я думала, зазвучат аплодисменты, не показав. А на самом деле масса людей про себя может сказать, я пукаю 10 и больше раз в день, и не знаю, что с этим делать. Это нормально? Кто считает, что это нормально? Поднимите. Сперматозоиды производятся в яичках, а яички лежат в мошонке. Словно близнецы, будут парни гарные, а потом отцы. Два крыла да с птичками, птичка в небо вжик. Если ты с яичками, значит ты мужик.
Сегодня мы поговорим о древней еврейской культуре, о иудаизме. У нас в гостях Александр Моисеевич Борода, президент Ассоциации еврейских общин России и очень известный раввин. Кто знает, что такое обрезание? Поднимите руки. Стало ясно, что происходит. Я вас, знаете, что попрошу? Взять и вот так вот поднять свитер. Вот примерно так крайняя плоть закрывает головку полового члена. И вот представьте, вот она вот так висит, и вот эта инфекция. Вот эта инфекция. Обрезание делается следующее. Вот так вот ставится этот прибор, и вот так вот мы вам потом свитер вернем, не переживайте. Все обрезается. Головка освобождается. Все тип-топ, каблучки, макияж. Все тип-топ, и этот день наш. Но не мой. Каждый день только твой, если always с тобой. Наливаем. Оп, смотри, стильные зоны защиты внутри. Все впиталось. Круто, да? Здравствуйте, любимые зрители. Меня зовут Кадим Санли. Я приехал из Турции. Я кандидат на земле Хессен в депутаты. На выборочном листу я под номером 18. Идите, пожалуйста, на выборы и отдайте свои голоса за меня. Вы говорите, что самое главное, что дёнер-кебаб должен стоить не больше 2 евро. Я хочу, чтобы для всей Германии дёнер-кебаб стоил 2 евро, потому что многие остались без работы, и многие не могут платить за еду. Ну и последний пункт в вашей программе. Цитирую дословно. «Звери должны есть мясо зверей, а люди – человечину». Это означает, что для всех на Земле человеческое мясо лучше, чем какое-либо другое мясо. К примеру, человек принимает душ, а зверь не может принимать душ. Поэтому мясо зверей нехорошее. Мясо людей для еды лучшее. Домашние деньги. Доступно и честно. 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Вот так выглядит космический суп. И вот через 10 минут у меня будет изумительный суп-пюре овощной. Сейчас он растворится. А для того, чтобы он дальше сохранялся горячим, у нас есть вот такой термос. Это индивидуальный термос. Да, это индивидуальный термос. Реально, это для космонавта присылают такие чуни, валенки теплые. Есть места на станции, да, там, где холодно, чтобы ноги не мерзли. И я, кстати, вот в таких чунях хожу в открытый космос. Я их надеваю реально в скафандр. В них очень мягко, и они сохраняют тепло, и ноги не мерзнут.